Боже мой. Тю-тю-тю-тю-тю. Как будто попал сразу как бы в постсоветские страны. Страна СНГ и попал сразу к другу. Нихрена. Приветствую вас, друзья, на канале Роли Гейм Онлайн. С вами Росси, и мы продолжаем проходить Киберпанк 2077. В прошлый раз мы остановились, что поговорили с черномазым толстым дядькой. И у нас есть два выбора. Ну, как бы, два стула у нас стоит. На эти два стула нужно сесть. На одном стуле надо пойти разобраться с какими-то уродами, и на втором стуле поговорить с заказчиком. Как надо. Хотел с кочевниками пройти. А ну ты. Вроде умный, умный. Полиция. Нетранер, полиция. 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 Эмперор. Эмперор Рагнар. Полный привод. Лошадиных сил 529. Кстати, открыт золотой ремень безопасности из Кёльнской автовыставки 2072 года. Понятненько. Короче, полиция просто думала их распидорасить, как бы подойти, знаете, достать свою мегапушку и просто налупить. О, военная, это, наверное, милитех. Привет. Так, в общем, надо нам встретиться с Джеки, позвонить сотруднице милитех дополнительно. Давайте, значит, неизвержение Мельстрём. Давайте позвоним Джеки Уэллс, что нам там пишет. Ой. Не-не-не-не-не-не-не-не, ребята. Положить трубку. Брось. Абраме, что в итоге решил с милитехом? Пока ничего. Вот и правильно. Лучше ничего и не решай. Я жду тебя рядом с Олфудс. Гони быстрее сюда. Так, разберемся. Быстрее, не быстрее. Еще раз. То просто мискрик был, ребят. Вот они. Сообщение. Декстер Дешон. Стоимость болта. Мистер Ви, хочу напомнить, что сумма в размере 10 тысяч уже поступила на счет моих уважаемых партнеров из Мельстрёма. Помни об этом, когда будешь получать товар, и не поддавайся на шантаж, к которому склонны представители этого прекрасного объединения. Понятненько. Или не биочипи. Мистер Ви, я решил немного подстегнуть твой интерес к нашему общему предприятию. Биочип, который мы обсуждали, представляет собой сверхъестественную технологию, сверхсекретную, разработанную для богатейших людей планеты. Это лучшее страхование жизни, которое можно представить. Скоро мы с тобой будем купаться в Эдди. Стоимость платежа. Тут можно ответить? Спасибо за инфу. Ну так, отправил на Верочку. Удачи, она тебе понадобится. Может быть, может быть. Так. Это все новый уровень персонажа. Значит, доступны очки характеристик 2, доступны очки способностей 1. Характеристика. Еще раз, ребят, читал разную информацию в интернете, кстати. Если кто уже дальше прошел Киберпанк и какие-то там для себя открыл билды интересные, пишите комментарии. Хотя, блядь, никто ничего не пишет. Так, сила. Здоровье увеличивается, урон кулаков. Урон от оружия ближнего боя, штраф, скорость передвижения. Нет, реакция. Краткоствол, клинки. Реакцию. Я хочу реакцию. Краткоствол. Потенциал призрака пистолетов и револьверов ускоряется 70%. Не приобретено, не приобретено, не приобретено. Точно в голову. Коэффициент урона от попаданий в голову при стрельбе из пистолета и револьверов лично 10%. Урон при стрельбе из пистолетов и револьверов лично 3%. Вероятность критического попадания при стрельбе из пистолетов и револьверов. Возьму крит. Хочу крит. Я всегда любил крит. Может, это и неправильно? Большое мнение, ман. Назад. Так. Доступные очки характеристик 2. Ну, а я бы хотел качнуть, ребятки. Вот хочу качнуть реакцию, к примеру, да? Как мне это сделать? Уровень 5. Связанная характеристика, доступность 6 способностей. Нет, не то.
Ну, то, что-то я могу качнуть? Нет. В общем, у меня ничего... А, зажать, чтобы получить, боже ты мой, реакцию вот так вот. 6. И, к примеру, интеллект. Объем памяти гипердеки увеличен на 4%, урон от скриптов увеличен на 0,5%, время действия скриптов продлевается на 1%, зажать, чтобы получить. Давайте будем на реакции и умным. Так, позвонить... Мирит Стаут. Так, Мирит Стаут. Позвонить. Видите, надо было пойти по проспекту. Стаут, начни с того, откуда у тебя мой номер. И не только номер. У тебя вроде как проблемы с конвоем. Эй, заткни его! Говори, что знаешь. Быстро. Не по телефону. Встретимся и обсудим сделку. Сделку. Ладно. Первый съезд со Skyline в сторону Нордсайда. Под переходом есть водосток. Встретимся там. Встретиться с сотрудницами электротеха дополнительно. Так. Уровень опасности средний 30 джеки. А это у нас... Вот. Хорошо. Где наша машина вообще? Давайте я позовем как плотву. Вот она подъехала. Хорошо, что он хоть не свистит. Немножко поменяю вид. Вообще, походу, не туда еду, да. Вообще, я хотел бы сменить радио, если это возможно. Блять, ну это панамка моя, она просто веселит. Я такой именно серьезный гангстер-рэпер. Гангста просто. Ну, понятно, вот эти дороги такие все бестолковые. Надо было бы карту по-хорошему посмотреть, потому что я заехал в тупик. Ладно, давайте еще раз обратимся к карте. Ну, нам надо явно ехать не по этому. Ага, понятно. Все ясно. Просто нету смысла выезжать на ту верхнюю эстакаду. Мы бы тогда точно никуда не доехали. Так это, собственно, поменять радио. Буковки R, если кто-то не знает, и такой глупый, как я, то буква R. Опять выезд на эстакаду. Что за конченый город? Новая зона Нордсайд. Куда я еду, блядь? Нихуя не пойму. Я просто понял, что мне не надо забираться на вот эти высокие дороги. Надо как-то по низу спуститься. Не, ну так еще можно, вот, к примеру, но не на вот ту автостраду, скажем так. То есть случайно переключил. Тоже какая-то хуйня играет, если честно. Давайте уже какую-то репчину, чтобы я черным становился хотя бы, чтобы был прок, пока мы едем. Некогда отвлекаться, мы идем навстречу. Так, нет, я все что, все-таки еду с Джеки встречаться. Блять, задолбали. Отслеживать задание. Вот так. Ну что, тут поворачиваем. Вы уверены? Ну давайте. Боже мой, как будто попал сразу как бы в постсоветские страны, в страны СНГ, и попал сразу на такую дорогу. Ни хрена не понял, как тут проехать. Возможно, здесь. Нет, это какие-то контейнера вообще, беспонтовые.
Блять, я сейчас просто возьму туда вниз, спрыгну, и на этом все закончится. Мне туда вниз, кстати, и нужно. Оставим машину здесь. Мне ж никто не может, что нам нужно на машине подъехать, правильно? Приехать к коллектору. Вот мы приехали. Ну они тут серьезно такие, ребятки. Милитех, все дела. Вот и славно. Мередит Стаут, ты звонил, правильно? Правильно. Сука. Я так и знал. Думал, ты меня шантажировать будешь, пиздёк. Условия ставить? Давай свои условия! Как-то быстро так надо все выбирать. Господи, Мередит! Хлебало завали! Эта херня готова? Так точно. А теперь отвечай на вопросы. Быстро и честно. Ты тут один? Один, как видишь. Это правда. Проверьте территорию. Ух ты, дроны сейчас там. Теперь слушай внимательно. Это он твой наводчик. Энтони Гилкрест. Он слил тебе инфу по конвою. Я его не Гилкрест. Знаю. Я его первый раз вижу. Не врет. Слушай, я знаю, где груз. Я могу тебе помочь. Мне просто нужно кое-что взамен. Я же говорил! Я, блядь, говорил тебе, что я не крыса! Господи Иисусе! Заткните его! Выпусти меня, пока я... Его можешь отпустить. Хочу послушать, что он скажет. А сразу так нельзя было? Заткнись. Чего тебе от меня нужно? Мне нужен бот. Модель Болт. Он у ребят, которые тебя грабанули. Оставишь мне бота, я сдам налетчиков. Ты знаешь, как его достать? Я могу забрать его силой, а могу заплатить, как они и надеются. Второй вариант. Только платить им ты будешь нашими деньгами. Звучит годно. Я в деле. Так, зашифрованный чип. Некоторые найденные вами чипы будут содержать зашифрованную информацию. Чтобы расшифровать данные, придите к чипу из уведомления или найдите его на вкладке «Чипы», раздел журнала. Главное меню, затем выберите «Взломать защиту». Просто заплати этим чипом, остальное тебя не касается. Если захочешь меня наебать, я очень быстро тебя найду. Братуха, полетели лучше со мной. Не верь ей! Эта штука в расстрельном списке! Она же сольёт тебя! Ну это может быть. О, кстати, вот моя машинка подъехала. Поехали кататься. Вот, ребята, кто... Я бы сюда вот заехал сам, как вы думаете? Ни хрена бы я сюда не заехал. Поэтому только спускаться через лестницу, пешком, так сказать. Вот эти все их кибернетические туннели меня бесят. Все, теперь едем к Джеки. Сейчас поедем, расплатимся с этими пидорами. А если не пришлось расплатиться, то просто всех перехерячим, да и все, ради бога. Я по этому поводу вообще не заморачиваюсь. Все-таки проебал поворот. Ну, немножко проебал, а немножко не считается, как вы знаете. Это уже более такая музыка поинтереснее. Это достали со своими. Ну как тут проехать, блядь? А, понятно. Пошел нахуй. А тут что мне мешает пропихнуть?
Я понял, я застрял. Но я думаю, это не баха фича. Поэтому это нормально. Ладно, так пройду. Я хотел вообще ширнуться стимулятором. О, приход поймать трошки. Бо, хп не полный. Хотя, может, мне что-то есть похавать, но я уже так отхиляюсь. Это там, где я спустился. Короче, я буду заниматься просто спортом. Не балуй ваши машины, ваш транспорт бестолковый. Или это просто я бестолковый, потому что не с привычки, ну короче. Как-то так. Это, наверное, какое-то как задание объявления, да? Я так думаю. А, это я понял. Быстрое перемещение. Так, прежде чем мы сейчас подойдем разговаривать с Джеки, я хотел посмотреть журнал. Так, или это жопа из везения, что может быть. Основное задание. Низвержение Мельстрюм. Встретиться с Джеки. Персонаж. Журнал. Здание. Что-то я не могу здесь найти. Это, ну ладно. Потом поищем ту кредитку. А, вот и ты. Привет, здоровяк. Рассказывай, что нарыл. Короче, Декс уже купил у мальстрёмовцев бота. Неясно только, захотят ли они его теперь отдавать. Он заплатил им вперед? Их оле. Ладно, хер с ним. Бот так бот. Как будем его вытаскивать? Мы с Мелитехом кое о чем договорились. Они заплатят за бота. Столько бабла на ветер? Не бери в голову, Джек. Как будто у нас его и не было. Мы же не знаем, как там все обернется. Ну что, хромовый ад? Да, погнали, погнали. Этих уродов. Чуть ладно, летно. Давай постучим. Посмотрим, пустят ли нас. Пошли, стучай. В чем проблема? Вообще не вижу проблем. А, вот как назло. Я этих сучар на дух не переношу. А чем они отличаются от других? Вот возьми Валентина. Они почитают Бога и Санта-Мадре. И... Я вас не знаю. Нам нужен Ройс. Мы от Декса. Главный зал. Мы вас ждали. Дум-дум. Так, что тут у нас? Понятненько. Пробивает вражеский лед и делает... И устройство врагов. Ага. Да, уютно тут. Очень. Пару фикусов поищи. Длительность права доступ к основным функциям устройства, в том числе позволяет отпираться перед двери. А давайте попробуем, они кстати. Хорошо подготовились. Ой, ёбки, блядь. Еще я её просто запустил, блядь, или что? Ладно, давайте просто... Давайте просто там взломаем протокол. Чтоб мы знали. 55. Все. Выйти из программы. И тебя. Взломаем, но потом. А, включить. Вот, блять. Я идиотина. Для фабрики жратвы у них тут очень неплохая охрана. Согласен. Техника, наверное, вся с конвоя. Представляю, как эти черви в ней копошились. Слышал про их шефа Ройса? Декс о нем говорил. Назвал его особенно. Мелитеховские игрушки. Банда психопатов с армейскими приблудами на пару миллионов. Чуть моя жопа будет весело.
Получен новый предмет. Грузовик Мелитеха. Я думал, эти ковроны сперли пару ящиков, а они, смотрю, решили не мелочиться. Ну, нормально, правильно. Хочешь, чтобы тебя посадят, точнее, как там говорится, украдешь велосипед, посадят. Поэтому города. Нужно воровать вагонами. Кланы думают, у нас тут война? Что тут у нас? Я бы тут везде полазил, прежде чем идти дальше. Но что-то интересное найду. Какой-то компьютер, может, можно будет взломать. Тоже ж правильно. Новый чип. Ой, не буду читать. Почитаю на досуге, когда буду дома сидеть покрывать. Что-то как-то стрём. Осколочная противопехотная мина направленного действия. Моя любимая. Видите? А я даже не увидел их. Обалдеть, обалдеть. Надо будет постараться запомнить, что здесь мины. Записки всякие. Можно ли вылечить киберпсихоз? Надо почитать. Можно ли вылечить киберпсихоз? Мнения на этот счет разделились. Еще несколько лет назад по всей стране были широко распространенные сеансы так называемой брейдансовой терапии, призванные отделить больных от грани психоза. Больного сажали в особое кресло и подключали к особым зондам, которые деактивировали все импланты. Затем его подключали к электродам, вводившим его в глубокий, похожий на кому, брейн. Затем в дело шли лекарства, психохирургия, аверсивная терапия. Это была специальная программа лечения, которая практически распутывала имевшиеся нейросоединения больного, чтобы потом сплести их заново. Так киберпсихопат снова мог вернуться в социум. По окончании терапии от приступов киберпсихоза не оставалось и следа. Точно так же, как и от личности больного. Но не волнуйтесь, сейчас в лечении применяются несколько иные методы, по крайней мере, так говорят. То есть, как вы видите, они могли привести чувство обратно, но терялась личность человека. То есть, был ты Коля, я стал Наташей, к примеру. Зачем ты достал руки, Ви? Не позорь меня. Так. Главный цех. Посмотрим, что тут у нас есть. Баллон взрывоопасно. Автомат для спонтанных желаний. Бойлер. Банда Мельстрем. Это у нас типочек тут стоит. Камера, контроль камеры выключить удаленно для активации. Время отправки, открываю доступ. А ну-ка, давайте попробуем проконтролировать ее и теперь через нее полностью сделать сканер всех объектов вокруг нас. Так будет проще. Боже, тут куча всего. Тут куча всего. Камера на камере и камера погоняет, да? Так получается, вон еще типочек у нас стоит. Это что? Удаленная деактивация. Не знаю, пока не будем еще там деактивировать. Я так думаю. Пока хотя бы поопределяем вот так. Так, а ну-ка давайте контроль памяти на ту камеру припрягнем. Есть такое дело. Что тут у нас? Что я не увидел с той камерой, скажем так. Тоже камера наблюдения. Вон еще боец один. Ой, там же как-то отмечать надо, да? Бля, я не помню, как их отмечать, вы представляете? А, отметить. Тимофей Егоров. Егорка, шо ты? Братуха. Громила данные. Розовая труба. Громила. Тоже его отметим. Чтоб мы потом видели через стены. Так, мы уже ее взламывали.
перепрыгнем. Мешок для мяса. Все, понятно, короче. В общем, примерно так. А тебя мы отметили, Громила? Отметили. Все, выебаться. Турбопушка. Бомба. Все, выйти. Понятненько. Сходи в лес, ты баран. Иду, 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 конечно, не ругайся. Понятненько. Просто пугают, ты сам же забежал. Не обосрался? Спокойно, Ви. Не залупайся. Мы на их территории. Да без проблем. Чего вам надо? Мне... где Ройс? Мне нужен Ройс. У меня с ним сделка. Мистер Ройс пока что занят. Говори, что надо. У вас есть бот. Модель МТ-0Д-1-2. Его называют Болт. Ну, допустим. Тебе-то что? Меня прислал человек, который заплатил Брику за болта. Мне надо его забрать. Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо. Не, будешь говорить со мной. Я Дум-Дум. На диван, бля, быром. Как грубо. Ну, давай базарить, Дум-Дум. Тебе чё, блядь, особое приглашение нужно? Сядь! Я постою. Тебе чё, непонятно? Положи свою жопу на диван! А ты заставь. Ну, ты сам попросил. Девочки, паркуй не ссы. Жопу, пока я тебе третий... Просто сядь. Это плохо кончится, но... Сука. Ну, заебись. Чё такой хмурый? Улыбнись! Дунь! Что дуешь? Скан, чистый как детская присыпка. Чёрная дурь? Её ж нигде не достать. Хорошие у вас каналы. Какой эффект? Поднимает адреналин и эндорфин, и поэтому ты не чувствуешь боль. Кошмарит так, что похоже на психоз. Ее давали солдатам во время корпоративных войн. Киберпсихи ей закидываются как конфетами. Если испарять, эффект тот же, только чище. Давай, не бзди! А ну зашмаримся. Полегче? Полегче. А вот теперь поговорим. Все, давай базарить. Вот он, да? Вот он. Болт. Модель МТ-0Д-1-2. Дай зацепить. А покажи ко мне его. Да пожалуйста. Хитро выебанная штука. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем. Контроллер Бора. Полная когнитивная иммерсия. Зацени, все приводы сделаны из смеси титана, ванадия и кевлара. Смотри, что будет. Интеграция абсолютная. Когда паучок залезает на стены и ползает по потолку... Да, можно и блевануть. Ну как тебе? Не, ну бомба. Да, мы его берем. Очень хорошо. Бабло вперед. Брик все получил. Мы в расчете. Брик все получил. Тихо. Где ты здесь видишь Брика, а? Все. Забей, братуха. Давай договоримся заново. Я согласен. Условия простые. Нужен болт. Показывай, Энди. Расслабься.
Вот они. Ну, вот деньги, все. Прямо так! Просто выкладываешь свои кровные! Я даю кредитку, ты даешь бота. Все честно, без наебалов. Гляньте, какой, сука, честный! Готов мамой поклясться, да? Ты так и не сказал, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Я сказал. Прислал Декстер Дешон. Декстер Дешон! Жердяй, который наебал половину Пасифики! Он до сих пор жив? Жив. Еще тебя переживет. Просил передать привет. Теперь подумаешь над моим предложением? Ага. Деньги здесь. Фу. Болт хорошая штука. Полезнее собаки, и есть не просит. Блядь! Сука. А жаль. Жаль, что так получилось, ребят. Я не хотел. Посмотрите, сколько ему высадил в этот, блядь, в голову. А, еще, блядь. А мне такая херня не нравится. Я думал этот, скажите мне. Я думал, будет автоматическая какая-то винтовка. А, ну, получается, все. Все это, блядь, полуавтомат. Хуетень собачья, по Чехову, блядь. Все, забираем болт. Че ты болт не забрал, долбоёб? Все наши, жизни. И боты контроллеры. Пошли. Чем быстрее, тем лучше. Жирный долбоёб. Давай сваливать. Давай, блядь, сваливай. Я в шоке, конечно. Я думал по-хорошему. Видите, как мне милитех поставил. Надо вернуться, только было. Самая тряпка избить. Сейчас весь провоняю. Это ж конвейер. Вообще, я думал, ты любишь мясо. Точно нет другого пути. Да не ной, блядь, постоянно все ноешь. Что тут у нас? Сообщение, срочно, проблемы с маркетингом. Марк, извини, я опять не считаю это рекламой. Я очень сомневаюсь, что она нормально пойдет в фокус-группу, если вообще пройдет. Что мы хотим добиться? Рекламируем молоко. И видел отчеты. Даже если мы поднимем число положительных элементов и сменим консистенцию, мы все равно не догоним аналоги биотехники. Наши пасты для детей и так плохо продаются. Кто вообще на целевую аудиторию? Ты же знаешь, что, короче, нужна защита. Животное доминирует. Носитель небезопасно. Порновирт. Секс, секс, секс. От кого? Порно брейданс. Вирт съебли. Секси брейданс. Бля, короче, ничего интересного. Локальная сеть. Так. Выключить. Система наблюдения не в сети. Все готово. Что-то я там хакнул, взломал, потому что мамкин хацкер. Что тут еще у нас есть интересного? Тут какая-то хрень тут. Что-то еще. Пропустил, может, где чего, не? Вот тут что-то пропустил. Видите, какой я невнимательный парень. Все. Круто, работает. Пошли. Отключись, выключись. Так, что здесь у нас? Коробушка. Так, подготовка боевых устройств. Чтобы быстро применить гранату в бою, переместить ее в ячейку для боевых устройств в снаряжении. А как это сделать? Ребятки, как это сделать? Подскажите мне, пожалуйста. Снаряжение. Быстрое устройство, да? Так сюда, наверное, как я понимаю. Нет, это оружие особое. Ну, кстати, что у нас там нового есть? По ногам. Штаны V. Штаны V, да? То есть вот так вот, да?
Просто вот так вот все. Что здесь? Куртка. Синтетическая борцовка, серый упадок. Ох, нифига себе. Так это на получше будет. Борцовочка-то. Торс. Торс. Ничего нема. Рокерская куртка. Вот так вот. Вот теперь стильно, модно, молодежно. Это я понимаю. Кибердека. Используется быстрый доступ. Что тут у нас? Быстрый доступ. Осколочная граната у нас пускай будет. 5 штучек их есть. Хорошо. Все. Заебца. Мы получили новый уровень. Значит, это будет реакция. И там мы короткоствол винтовки клинки. Короткоствол. Это из критического попадания. Еще раз. Еще крит качнем. Хочу быть критовым парнем. Так, что там? Использовать лестницу. Полезли вниз. Иду. Что такое? Посмотреть, что тут интересненького есть. Антисептик. Очень, кстати, сейчас нужен в наших условиях. Карантинов и прочей хрени. Тише. Бля, случайно. Кнопки перепутал. Так, что тут? Ящик. Ликвидировать тело в него можно. Тогда я посмотреть. Так, контроль камер. Давайте начнем с камеры. Это ж там, где мы были, да, в прошлый раз? Есть раз, хлопец. Где-то еще там вроде были хлопцы, нет? Угу. Угу. И это там еще один был петух. Бройлерный сверху где-то стоял. Хер с ним, видите. Баллоны я под этот. Тут камеры. Тихо, пацаненок. Где там еще камеры? Отключение врагов мне нахуй не надо. Правая цепь. Доступные скрипты. Думал его схватить, но не получилось. Ладно, жаль. Обосрался мой стелс, скажем так. Кто-то меня пытается взломать. Я начал гореть. Держись, Ви! Мы выберемся! Ширнусь. Ага, вижу. Опять перегрев. Заебали. Ну так вам нормально льды будет? Где там пидор под перегревом? Блять, ненавижу вот это оружие, просто ненавижу. Опять перегрев, опять меня кто-то ломает. Да умеешь уже. Хочу взять пистолет, наверное. У меня перегрев, я ничего не могу делать. Погоди! Я
О! Ух ты! Наконец-то! Я вас еще потом всех и в жопу выебу. Вот это у него отдача, у этого пестика, я вам кричу. Конечно, контролить его тяжело. Но не похуй. Уже такая срака на драку пошла, что тут надо просто... просто всех крушить. Так, что тут у нас интересного есть? Как бы крушение крушением, а полутаться нужно. Ну, а этих я уже раньше светил, по идее. Потому что почему-то я их не вижу. Кроме вот этого. Пацаны, ловите подарки новогодние. Как он там? Нормаль бей? Ну ты падла. Все, завалили меня. А все почему, почему, почему? Потому что сильно, сильно начал рваться. Уверовал в себя, что я чемпион. А как мы все прекрасно увидели, я недалеко не чемпион. Поэтому надо быть немножко аккуратней. И на Джеки... Дамы и господа! А, эта штука... эта штука только тут загрузка, нифига себе. Долго, конечно. Я не пойму, кто делает этот блядский перегрев. Замокание. Замокание, да. Тингана Матре! Че там? Маслину поймал. Я просто не могу понять, кто это делает, ребят. Если кто-то в курсе, подскажите. Интересно. Сразу, когда так устреляешь зажим, вспоминаешь фразу из брата там. Вы что здесь трётесь? Перегрев. Кто? 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 Сука. Вон, кто-то оттуда идет, как я понимаю. Горю. Нет, недолго осталось гореть. М-м-м-м. 30 патронов осталось. Чуть не насмерть. Винтовки немножко прокачал. Чисто, я не верю. Я не верю, Джеки. Ты вообще такой стрелок, как из меня, блядь. Ну, обезвредить, конечно. Это глупо взрывать мину там, где не знаешь, где она. Включу свет. Получше новый предмет. Так, и что же, посмотрим. Персонаж. Реакцию еще хочу. Ну, это будет потом. Короткоствол. Винтовки. Что в винтовках? Ряд критического попадания при стрельбе из винтовок, пистолет-пулеметов из укрытия повышается. Ну, это из укрытия. Казнь пассивная. Урон при стрельбе из винтовок, пистолета, пулеметов по врагам, чей уровень здоровья больше 50% увеличится на 25%. Ну, неплохая вот, кстати, штучка. Давайте ее возьмем, пожалуй. Пассивочка, тем более. Так. Снаряжение.
Значит, это пистолет-пулемет, это штурмовая винтовка, да? Я хотел бы вот эту штурмовую на вот эту поменять. Все уже использую. И пистолет у меня сейчас. Так, ага, вот насадки, прицел. Вот этот хочу. Так, а здесь поменяем что? 75 секунду, 55. Вот этот возьмем. На него насадок никаких нету. Так, а здесь. Вот это пускай будет, наверное. Вот так вот. Три оружия. Ботиночки новые у нас вроде были. Да, 9,4 брони. Приедение. Бля, ну шляпа просто бомба. Шляпа просто бомба. Так, сейчас я все тут поперезаряжаю. Все тут уебаться. Ну и тут вроде. Куртка. Это такой наш шпаголик. Курточка. Снаряжение. Торс. У нас сейчас 4,5, а здесь 17,8. Конечно, лучше такую одеть. О, это я понимаю, бомба. Такой именно пижончик. Видишь, это все. Не все еще. Вылезая, крыса ебучая, почему-то сразу оскорбляют. Чё оскорблять? Зачем? Где камеры, блядь, ты? Чучело. Что тут? Ну, это не камера, нихуя. Открыть. Красный цвет показатель означает, что уровень светильника... Критически слишком мало для выполнения. Ой, ладно. Так, камера где там? Так, выключить. Да и все. Выключить, да и все. Как говорится. Так, что тут у нас пригодится? В хозяйстве. Тут у нас уже никого нету. Да все, поподбираем. А сейчас вылезу. Сейчас главное, чтобы ты унес это, пидор. Я-то вылезу. Не торопись, Ви. Враги смотрят. У меня пока нету. Прожекторы, блядь, одни. Всех просто перелупить. Ага, еще тут сразу и второй. Угу. Что мне там по гранатам, хочу посмотреть. Не, создание это будет потом. Снаряжение. Что тут у нас? Склочная граната, две штучки осталось, да? Ну, это сразу минус 2 можно попытаться сделать. Главное, чтобы меня сейчас это не ломали через их, бестолковые камеры. Ладно, сделаем это так, короче. Добрый вечер. Вот он! Еще один разочек. Ага, понял. Меня уже ломают, причем сразу. Оп. Будем, короче, стрелять из-за укрытия. Есть крит, выстрелил. Да вот.
Поэтому я и раскачивал приоритету. Так, то свои, наверное, да? Да, то свои. Где там этот? Пулемет мой другой. Патронов нет! Надо перезарядить! Перезаряжайся. Кто тебе мешает? Эй, круши! Эй, круши! Наркоманы гребаные. У нас так тоже наркоманы под подъездом присидели, кричали: бей, круши! Ну что, обосрался? Нет запаса. А вот на пестике-то запас у меня есть. Ой, какой, какой хороший пистолет. Он почти как полуавтоматический, только этот, скажите мне. Только пистолетом. Все, под... гранат у меня уже нема. А нет, еще есть. Сейчас вот этого поймаем. Гранат нема, ни хрена нема. Еще этот дебил горит прямо передо мной, мешает мне обзору. Есть. Еще раз вернемся. Хорошо, что куча аптечек и можно как наркоман закидываться. Но еще не все. Да сколько у вас здесь собаки сутулые? Вроде все. Опять меня взломали. Так, что тут у нас? Что тут у нас? Ищите и обрящите, Кавронос! Такая бестолковая перестрелка у нас получилась. Меня опять взламывают. Заебали. Кто это делает? Кто это, блядь, делает? Кто? Покажите мне. Так. Применить локальную сеть. Выключить систему видеонаблюдения. Че, пошли дальше, пули непробиваемые. Сейчас только патроны перезарядим. О, у меня там... Опа, подождите. У меня там еще куча людей, блядь, снизу перебитых лежит. Ну, вот еще этот остался, петух бройлерный. Думал, что мы его не найдем. Ну, вроде бы да. Теперь надо собирать плоды нашей кровавой жатвы. Может, какие-то штаники себе найду получше. Получше новый предмет. Лучше бы что-то толковое бы дали. Что-то вроде их столько перестрелял, блять, я никого теперь найти не могу. Ну как-то, конечно, тут перестрелочка такая. Несмотря на то, что меня один раз убили как лоха петуха, то все равно как бы перестрелочка легкая, как по мне, учитывая, что я не сильный боевик и я играю на сложном уровне, то как-то так. Так, ладно. Сейчас я приду, я тебе где-то. Это
только отключение врагов всякие, да, там. Ну, сейчас его, блядь, оклупанем. Постараемся, по крайней мере. Отдох. Пошли. Погуляешь с нами. Все, где-то здесь. Я хочу его бросить. Ну вот тут. Пусть отдыхает. Так, светошумовая. Так, что тут у нас по компьютеру? Локальная сеть. Система наблюдения выключить. Ваше наследство. Тебе грустно и одиноко? Не торопись, Ви. Враги смотрят. А пусть смотрят. Путь к отступлению, да? Прожектор. Мне главное, чтобы где турели не было. То все. Главное, чтобы не было турелей. А все остальное. В смысле, сука, как так получилось? Я же в упор к нему уже подкрался. Пиздец какой-то. Сейчас я под ноги кину. Пиздец. Не подставляйся! Осталось недолго! Бля, я сам себе просто под ногу гранату кинул, я в шоке. Ну, вторую эту я не переживу. Что тут, есть что-то? Граната летит! Да пусть летит. Что тут полутаться можно? Вот он! Ты меня искал? Тот, кто ищет, тот всегда найдет. Прикрой меня, черт толстый. Куда-то я провалился вообще. Так, что там выключить? Ого, пидор. Просто хочу сразу всех отметить. Ребята здесь, которые у нас есть. Не рискуй! За собой смотрю, чучело не учило. Я тут с ними разберусь со всеми. Все, хватит ширяться. Кнопки путаю, блять. Руки, крюки. Так, тут все хорошо. Как дела? А что ты приуныл? А? Я, кстати, думаю, может они еще тут все. Живые остаются. Некоторые из них бывают. Отвлеки их быстрее! Так вот, Никита, успокойся. Патронов надо себе набрать. Фикс. Правильно ж? Мы же сюда в гости пришли. Как же мы уйдем без подарков? Еще надо внизу сейчас. Оп. Ты что, пистолетик какой-то? Какой-то пистолетик. Что тут? Ага. Еще патроны. Патронов много не бывает. Учитывая то, как я попадаю. Так.
Так, Джеки, не мешайся мне под ногами, потому что я могу что-то важное пропустить. Так, ну тут вроде все. Попистофали отсюда. Он валит. Тихо, тихо, тихо. Выстрелил в голову, а может это вот так вообще похуй. Ладно, хорошо, сделаем по-другому. Лови. Опа-па-па-па-па-па-па. А машину за что? Жаль портить такое личико! Вот это я понимаю! Все. Набегался. Так, вы получили культовый предмет и документацию, которая позволяет создавать более качественную версию этого предмета. При издании каждой новой версии старый уничтожается. Культовые предметы можно улучшать так же, как любое другое оружие или, или предмет одежды. Также вы можете повышать его уровень и показатели, чтобы позволить им на протяжении всей игры, чтобы пользоваться. Хорошо. Далее взять. Все, мы у тебя, дружочек, заберем. Ты думал, что я тебя в живых оставлю, что ты типа так приуснешь немножко на этом все? Так, что тут у нас еще есть интересного? Ну, дробовичок это нормальная тема. Столько патронов на тебя потратил, пидор жирный. Че тут? Боеприпасики. И тут боеприпасики. Так. Персонаж. Способности. Что там в интеллекте мы можем качнуть такого интересного? Тихий час, вы получаете демон. Тихий час, который отключает все камеры в локальной сети на 3 минуты. Пассивный. Взлом протокола длится на 20% дольше. Быстрый взлом. Биосинергия. Память кибердеки устанавливается в бою. На 4 дня с макросорок. Незабудка. Нетранер, который пытается его взломать, становится видимым. Во! Вот это надо мне. Шпион, выйди вон. Вот эта тема. Потому что они достали меня ломать и вызывать у меня вот эту, блядь, хрень горящую. Давай, Ви! Надо выбираться! Так пошли. Милитех. У них эти дроны в каждой дыре. Давай за ворота. Там поговорим. Уже приехали, блядь. Сучка из Милитеха. Что, не ожидал меня увидеть? Ты знаешь, мне нравится, как ты работаешь.
Может, будем сотрудничать? Было бы неплохо. Тогда до встречи, Ви. Корпоративные боги тебе улыбнулись. Отцепить район. Все, пока. Знаешь, нам пора, Эссе. Пора, пора, пошли. Нифига себе, Ви. Я думал, мы оттуда уже не выйдем. А ты не думай, Джеки. Ты думать потом будешь. А пока выполняй. Думал он. Что ты хочешь? Спасибо, чего? Джек. Ты крут. Ну, ты тоже. А что такое-то? С тобой все нормально? Да просто хотел. Короче, мы хорошие напарники. Мне нравится, как мы работаем. Мне тоже, Ви. Мне тоже. Эй, дай знать Дексу, что болт у нас. Потом предлагаю завалиться в посмертие. И обмыть это дело. Айлой, Губи. Давай. Всего хорошего. Как дела на фронтах, мистер Ви? Болт у меня. Болт у меня. И как прошло? Неприятности были? И что там насчет Мелитеха? Само собой были проблемы. Ройс нахую вертел твой договор с Бриком. Как ты его уломал? С помощью корпоратки? Встретился со Стаут, мы договорились. Ну надо же. Она дала мне бабла для Мальстрёма. Правда, кое о чем Стаут не сказала. Чип был с вирусом. Корпораты такое любят. Неужели Ройс ничего не заподозрил? Вирус атаковал их систему, кое-кого даже поджарил. Остальных уложил я. Ты крепкий орешек, мистер Ви. Уже поговорил с Эвелин Паркер? Как раз собирался. Ага. У нее есть информация, без которой до чипа не добраться. Паркер будет ждать тебя в баре Лизис. Удачи. И тебе удачи. И вам, ребятки, тоже удачи. С вами был Росси. Это был канал Роли Гейм Онлайн. Киберпанк 2077. Всем пока и до скорых встреч.